уже бежит. Я заказала пиццу разную. Четыре сыра и с горгонзолой, с грушей. Я ее просто обожаю. Эту пиццу сладкую. Надо поменять. Заказала. Все. Олег Павлович, братика твоего. Он, ему пиццы-то мало. Он любил выпить-то. Надо, наверное, пивка взять. Наверное, что. Ты сказал, вот, девочка, вы знаете, как сказал? Ну так что это пицца-то помянуть-то? Надо помянуть-то хорошо. Так, Олег Павлович-то любил это делать. Уезжаешь, это что? Я уезжаю, да. О, так я тут, смотри, это все мне достанется. Серьезно? Ой, я вообще полный холодильник. Ой, Леночка. Что полный-то? У меня ничего тут нету. Как? Что полный-то? Вот. Он вчера, девочки, в морозилку залез, в морозилку вытащил. Это не вчера, это позавчера. Было позавчера. Из морозилки все вытащил, я ему говорю. Ну, мороженое я не ем. Ее мороженку выбросить уже надо эту. Так, это мы съедим, это ножки ты сейчас сделаешь нам что-нибудь. Это пельмени делать. Мы съедим. Овощи мы не будем твои, так, траву не едим. Надя, аж на коленках ползай. Аж на коленках. От счастья. От счастья аж на коленках. Так, ползай. Еще у меня эти, нету у меня стирать это. Как оно называется? Есть? Гель. Для стирки гель, закончился, да, у тебя. Да. В общем, магазин продолжается на колесах. Магазин? На колесах продолжается. Так, эти вот не трогай. Ну. Вот это ничего не трогай. Это на рекламу. Ага. Некогда. Так, ну что у меня есть? Токхе биоразлагаемое мыло. Это мыло. Это для посуды закончиться никак не может. Это универсальное для мытья пола. А Сережа нету. Геля-то нету. Там нельзя. Нельзя? Да. А у тебя есть, да? На, я пока тебе вот это вот дам пол. На крышечку. Где крышечка? Да, что, ладно, без крышки. На крышку. Все, тебе, вот тебе хватит. Если что, вот этот заберешь. Вот этот вот стоит. Вот, вот ты этот. На сколько уезжаешь-то? Ну, на 2 недели вроде как. Почему на 2? Ты сказал, на 10 дней. Курс сколько? 14 дней. А ты сказал, вроде 10. Нет? 14 дней. Стоп-диабет. 14 дней. Питание, процедуры. Не обманываешь? Капельницы. Да чё, ты чё мне обманывать-то? А то опять на месяц укатите. Ну, даже если на месяц укатим, ничего страшного. Тебе что? Ты ж дома, ты сытый. Тепло, светло, мухи не кусают. Да. И весна на радость не похожа. И от солнца не блестит песок. Твоя ветреная кожа лучила гречневый пушок. У голубого водопоя на шишкопера и лебеде мы поклянись, что будем вдвое и не расстанемся нигде. Кадила тень, и вечер тощий взвивался в огненной резьбе. Я проводил тебя до рощи, в твоей родительской избе. И долго-долго в дреме темной я оторвать не мог лица, когда ты с ласковой улыбкой махала шапкою с крыльца. Вот Есенин писал, а? Вот это да! А у него что-то про весну-то мало вот. Обычно он про осень. Ну, что тебе еще прочитать? Весна, видишь, не все вдохновляло. Дай, Джим, на счастье лапу мне. Такую лапу не видал я сроду. Давай с тобой полаем при луне на чистую бесшумную погоду. Пожалуйста, голубчик, не бежись. Пойми со мной хоть самое простое. Ведь ты не знаешь, что такое жизнь. А жить на свете стоит. Хозяин твой и мил, и знаменит. И гостей у него бывает в доме много. И каждый, улыбаясь, норовит тебя по шерсти бархатной потрогать. Ты по-собачьи дьявольски красив, с такой милой доверчивой приятцей. И никого ни капли не спросив, как пьяный друг, ты лезешь целоваться. Мой милый Джим, у тебя в гостях бывает очень много. Ну та, что всех грустнее и милее, случайно вдруг сюда не заходила. Она придет, даю тебе по руку. Ты без меня, в ее уставе взгляд, ты за меня не лизни и нежно руку за все, что был и не был виноват. О! С такой нежной, доверчивой приятной. Надо придумать. Девочки, писать, чтобы не было деменции, пусть мужья у вас учат стихи. Вчера я зашла в Табрис. Да ты че? Из Табриса. А там на втором этаже поставили столики, поставили эти стульчики. И что, можно сидеть? Да, и бабушка сидит, у нее, значит, бутылочка воды, очки. Она сидит, кроссворд разгадывала и уснула. Храпит, сидит, тепло, а пригрелось. А я думал, туда можно стихи приходить читать.
Ну, а что, приходи, будут слушать вечер тебя. Вечер поэзии. Вечер поэзии. Так, девочки, делами занимаемся. Все, Лёва перестирала, стёра. Разбила все штаны, весь Василёк. Это сегодня погладить надо, все футболки сложить. Чтобы сегодня последний день и, ну, и подготовка. Ну, что надо-то? Поминать будем? Ну, все, давай иди. Зачем? Поминай. За пиво. Ты не будешь со мной? Угу. Нет? А тебе нельзя. Это не про меня. Не про тебя? Мне это не интересно. Давай, мне надо ребяток накормить. Вон пустые чашки стоят. Кто воду, любил, воду сменить. Не смог. Кто сгорел, того уже не подожгешь, Лена. Господи. Пей, пой, моя подружка. Живем лишь сколько раз. Вот так вот Есенин писал. Ну-ка, это такой, смотри. Молодец. Ну что, завтра передача будет, да? Всего. А, или когда? Вы уезжаете. Вы... Какая передача? Если я тебя дома оставляю, то понедельник. Заходи, бери. Ага. Все, ты мне это, все мое тут будет. Все хорошо. Теденька! Теденька! Такое милое, доверчивое, приятное. А? Значит, смотри внимательно. Малышня. Беру. А, чем кормить его? Нельзя разрезать, как ты тут обрезал пачку, нельзя обрезать. Угу. Насыпаешь что, две ложки? Сейчас да? Покажу, да. Мясо не давать, да? Нет. На, держи, снимай. Исключительно, да? Прямо под этим. Сказали, что не надо его мясом. 15 килограмм, да? Да. Он очень этот... Сереж, вот так вот, маленько. Вот, ну, вот, все, не надо много. Ну, понял. Там 100 грамм, 200 грамм на день, я не даю ему столько. Вот столько на раз ему хватит. Ну, все, два даешь раза. Даешь вот эту банку. Вот банку. Ложечку. Три чайных ложечки. Три чайных ложечки. Вот раз. Ну. Не надо много. Два. Так он сегодня 4 раза покакал. Молодец. Все, выходит. Это с этого, да, он? Да, вегетарианская еда. Вот это. Как и так все. 4 раза он был? Один раз. Он 4 покакал. Значит, что-то не идет ему? Наоборот, все выходит хорошо. Да? Вот так размешаешь, чтобы но вот так вот. И водички чуть-чуть. Прям чуть-чуть из чайника. Кошачьего не надо, да, ему? Я же тебе говорю, ты что, ни в коем случае. Да? И Масе не давать, а то он у нее сожрает. Вон сухой пусть ест, Мася. У нее есть там. Мася пускай сухой. Все на сухой. Все на сухой. Все, переходим. Вот немножечко вот так разбавишь, ему видишь, сколько получается. А и все, да? И все, хватит. Не надо полную. Запах какой? Очень вкусно пахнет, сам можешь кушать. Вкуснее. На, солнышко. На, он с удовольствием ест. Кушай, кушай ты. Иди, мальчик. Нет, что-то он это... Это не мяско. Это и не... в холодильник ставь. Холодильник? На ночь, да. Все хорошо. Слушаюсь и повинуюсь. Да ты хоть чаю налей, что-то в сухомятку-то. А? Время-то уже сколько? Я есть хочу. Время уже... Один, все. У меня как раз еда. Сейчас лыжи там идут. Если хочешь, смотри лыжи. Товарищ, давай. Да я кушай, кушай, давай, кушай. Кушенька, любимый. Похудеешь хоть, похудеешь, мальчик, да? Ну, куда годно. Ну, куда он такой, ты что, он с мяском? Ну, так ты ж ничего не понимаешь. Ну, он... Если я тебе говорю, он хорошо ест, так он что толку-то? Ну, с мяском я... Он и задыхается, он потом ходить не может. Да? Давай. Ешь, дорог. Да я кушай. Вкусненько, кушай, Тедечка. Воду два раза в день меняю, утром, вечером. Да, я так и делаю. Потому что вещи какие забирать? Пока никакие. Пока никакие. Надо еще погладить и прибрать надо все. Он кушает, молодец, смотри. А куда он денется? Вот и хорошо. Так, только выпендривается маленько. Кушать пишет. Вот он все съел у папы. Папа сейчас мясо ходит. А до пенсии еще 3 дня. 22-го, 4-го. Ой, ждет, не дождется. Так я боюсь, что ты пенсию получишь опять. И опять мясом кормить его. И ребенок останется на попечении, и ты будешь его пичкать опять мясом. Не буду. Че, он мясо все съел у меня. Вот сейчас я хожу голодный, видишь, побираюсь. По чужим холодильникам хожу, видишь. Ну, хватит уже лазить там. А морда такая довольная, девочки, я не могу. А я прямо вообще счастлив такой, знаешь. В холодильнике у меня всего, потому что у него в холодильнике ничего нет.
Шаром покати. А у меня чего только нет. Я вчера в магазин ходил. Сосисек купил. Ну, у тебя стандартный набор, а у меня, видишь, изыски иногда. А ты, я же, видишь, я по таврисам-то не хожу. Я же не гурман, там выбираю. Я вот, а я девочкам говорю, что ты мясо за 700 рублей там покупаешь. Нет, это иногда. Да там 700-то нету, там, по-моему, по 1000 все. Но ты что, вырезка там по 1000, это все. Уже по 1000? Да ты что, где-то по 700. По 700 мы берем в этом мясном, как он называется? Мире. Мире. В мясном пире. А там 1999 тысяч рублей там. Таврисе. Ну, ты же пенсионер-то такой богатый. Ну, богатый пенсионер, да. Что 10 килограмм мяса не хватает на месяц ему. Да Катя съедает 5 килограмм. Иди нафиг, Федя. С утра до вечера. Он, я весил 10 килограмм, 5 килограмм мяса съел, стал 15 вешать, видишь? За год на 1,5 килограмма поправился, на 1,5. Ой, мальчик, с такой милой приятной. Кушает, молодец. Очень. Ох, умный пацан. Поросеночек мой. Так, ну все, ладно. Все. Давай, буду делами заниматься. Я все поглажу, все потом принесу. Ладно. Сложу ему. Перестирала. Видишь, что машина хорошо разбивает. Он поэтому и не носит их, потому что они... Ты постираешь, они становятся жесткими. Нет, я могу стирать на этом, где как рубашки. Я не буду на этом, на 58, когда экстренная. Тогда она сбивает их. А когда рубашки, она не сбивает их. Так что надо... Так у тебя же есть там вообще короткая программа. 15 минут, что ли? Ну, конечно. А зачем? Ну, а зачем тебе настирывать-то? У вас все чистое. Один раз одели и все. Ну, чего настирывать 50 минут? Я не знаю, 50 минут точно. Зачем я кручу это 15 минут? Час целый. 58 минут. Когда можно 15 минут? 15 минут на 40 градусов ставь. И все. Правильно. Соображаешь и экономишь. И полоскание. Давайте все. Экономим. Все экономит. Экономия. Все экономил бы. Экономия. Я собираться буду. Надо потихоньку складываться уже. Все. Все, давай, пока-пока.